Больше новостей, которые оказывают влияние на каждого из нас, на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. В Соединенных Штатах обеспокоены усилением военного потенциала Китая и отставанием в перестройке собственных вооруженных сил. Резкое беспокойство в США вызвано усилением военной силы КНР. Эксперты считают, что Соединенные Штаты опаздывают с восстановлением технологического преимущества в военном производстве. В то время как Китай, наблюдавший последние десятилетия за способами ведения войны армии США, смог нарастить свою мощь. 6 лет назад Америка начала процесс перевооружения и переоснащения своих солдат. Причиной тому стала оценка приближающегося вероятного конфликта с Поднебесной. Считается, что КНР вложил огромные средства в развитие новых возможностей ведения современной войны и в гонке за званием главной военной силы в мире США начинает уступать. На фоне таких мнений и заявлений считается, что Вашингтону нужно принять меры, чтобы ликвидировать отставание в развитии ВПК, иначе это может привести к конфликту.